обязательно установите правильное натяжение для качественной строчки FlatLock. Натяжение игольной нити мы ставим на единицу. Натяжение верхнего петлителя тоже устанавливаем на единицу, а вот натяжение нижнего петлителя на 9. При строчке FlatLock я рекомендую, ну как и многие производители, использовать именно иголку L, левую иглу, чтобы ваша строчка получилась широкой. Если вы установите иголку правую, то у вас строчка будет намного уже и не будет такого визуального эффекта. С лицевой стороны у нас получается нитка декоративная верхнего петлителя, а игольная нить у нас получается с изнанки, благодаря такому натяжению, которое мы установили. Раскладываем нашу ткань и начинаем вытягивать нашу строчку. И посмотрите, как быстро и ловко строчка превращается в плоский шов. То есть у нас с вами с лица идет декоративная нитка, а с изнанки вот такой вот стежок.